МЧС России представляет. Как Зина и Кеша ехали на рыбалку. У меня для вас сюрприз. Какой? Мы завтра все вместе едем на рыбалку. Готовьте удочки, утром выезжаем. Ура! Здорово! Папа, а давай возьмем с собой дядю Спасаева. С удовольствием! Зина, пристегнись. Ложись на пол, сгруппируйся. Почему ты не пристегнулась? Хорошо, что отделалась легким испугом. Могло быть хуже. Вы что, ты что, не видишь, куда едешь? У меня же пассажиры. Ну вот, плакала наша рыбалка. Не переживайте, машина только поцарапала. Скоро поедем. А по пути я вам расскажу про другие неприятные ситуации, которые могут произойти в дороге. Вот одна из ситуаций, которая может произойти. При возгорании автомобиля немедленно остановитесь, покиньте салон и отойдите на безопасное расстояние. Не подходи, это опасно, мы справимся. Пожар потушен. В автомобиле должно быть два огнетушителя, один в салоне, другой в багажнике. И нужно следить за сроком хранения. Надеюсь, вам все понятно. Да. Да. Хорошо, что мы ехали с небольшой скоростью, иначе наверняка оказались бы в кювете. А что делать пассажирам, если вдруг машина свалится в кювет? Нужно быстро нагнуть голову к коленям и обхватить ее руками. А после остановки машины немедленно выйти наружу и вернуться на трассу. Быстро сгруппируйтесь и прикройте голову руками. Как вы там, не ушиблись? Нет, а вы как? В порядке, повезло, могли перевернуться. И что тогда? Нужно быстро выбраться наружу, если двери заклинило, разбейте окна. Ну теперь, вы знаете, как действовать в такой ситуации, правда? Правда, дядя Спасаев. Неужели мы с вами наконец-то добрались до озера? Да уж, и это радует. Сейчас мы упадем в озеро. Старайтесь как можно быстрее выбраться из салона через окна. Не открывайте двери полностью. Это грозит быстрому затоплению автомобиля. Нам помог. А это Кеша, один очень хороший человек. Он всем помогает. Ух ты, здорово. Что ж вы так неаккуратно? В следующий раз будьте внимательнее. Спасибо вам за помощь. Не за что. Я всегда готов прийти к вам на помощь. Вот так поездка. Сколько опасностей нам удалось избежать. Да, и теперь вы знаете, как вести себя при авариях, и знаете, что ремни безопасности в машине не для красоты. Правда? Это точно. Спасибо вам, дядя Спасаев. Пожалуйста.